площадь Германа Титова около 150 человек. Это митинг против дистанта. И, как говорят эксперты, такое количество людей для Барнаула, особенно при учете карантинного затишья, довольно неплохо для уличной активности. А как говорят организаторы, это первый митинг против дистанционного обучения в России. Я хочу обозначить, что учителя пока боятся выступать, они связаны работой, но они тоже против данного свершения эксперимента над нашими детьми. Что же такое ЦОС? Это цифровая образовательная среда, против которой, как и против дистанционного образования, выступают участники митинга. ЦОС – проект экспериментальный, и внедрен он пока на территории Алтайского края и еще 13 регионов. Правда, в Министерстве образования региона говорят, что он подразумевает только оснащение школ цифровой техникой и никакого отношения к дистанционному обучению не имеет. И все же эта аббревиатура родителей настораживает. Если это благое намерение, если это оснащение школ, почему назвали экспериментом? Вопрос. Второй важный вопрос для участников митинга – дистанционное обучение. Организаторы собирали подписи, а мы спросили мнение протестующих. У некоторых детей, которые социальное положение не очень, у них нету, допустим, достаточного интернета, трафика. То это все должно быть постепенно. Общения непосредственно такого не будет с учителем. Где, с кем он будет общаться? С компьютером? А что в компьютере он может найти? Готовые решения он будет брать из интернета? И что тогда с нашими детьми будет? Общественник Юрий Красильников тоже против дистанционного образования. Все из личного опыта. Дочь учится в 8 классе, а жена годами занимается дистанционным обучением детей-инвалидов. И он бы не хотел вместе со второй волной пандемии встретить еще одну волну такого дистанта. Надо уходить на карантин, значит, объявлять каникулы, менять как-то образовательный этот. Ничего страшного, можно было летом позаниматься. Но летом мы голосовали за Конституцию. Почему не можно было вернуть, да, детей в школы, это как раз это закрепление пройденного материала. А вы закрепляли пройденный материал, ну абы как. Красильников поддерживает самоорганизацию. И действительно, этот митинг тоже своего рода эксперимент. После долгого запрета людей на улицу вывели не партии, а неравнодушные жители края. Таких проявлений общественной активности, по мнению экспертов, в ближайшем будущем станет больше. У нас впереди большая избирательная кампания. Людям необходимо где-то выплескивать вот тот пар, который у них накопился. Поэтому да, мы в этом году увидим большое количество разных протестных мероприятий. При том, что все равно вот та антиэстеблишменская волна, которая есть в мире вообще, да, она затрагивает и Россию в частности, и очень многие будут пытаться выражать свое мнение именно вот посредством улицы. Нет, ЦОС! Нет, ЦОС! Нет, ЦОС! Вот на такой ноте и заканчивается митинг против дистанта. А до этого играла песня «То ли еще будет». Об этом говорят и организаторы. Вряд ли они забросят эту тему и продолжат, вероятнее всего, выступать против дистанционного обучения. Андрей Дриер, Дмитрий Денисов. День с толком.